Всем привет, дорогие друзья, с вами Витя и канал Крутой Гамалоид. И мы продолжаем играть в игру Overwatch и показывать вам оставшихся персонажей. Так, мы закончили на Дива или ДВА. Вы прибываете в конструкторское бюро Вольской. Интересно, короче, следующие персонажи тоже прикольные. Сейчас покажу вам их. Так, Приготовьтесь вот, к короче, обороне. я на Дива окончил. Дальше, ну, это на танках, короче, Заря. Одного я вам показывал, Райнхарта. Он уже был в первой части. Короче, давайте Зарей. Сейчас покажу вам ее умение. Соответственно, гравитационный импульс притягивает к себе с противников защитный барьер на себя и дистанционный барьер на кого-нибудь ставит. Ну и соответственно барьер для себя, ну пассивный навык и лучевая пушка. Короче, вот такая. На правую кнопку, соответственно, стреляет такими бомбами. Так, щит на себя вот. Все как бы защищена. И щит на кого-нибудь. Сейчас найдем кого-нибудь. Щит на него поставим. Куда все разбежались? Начинается атака. Защищайте объект А. Все как бы. О, нифига мне. О, хук. А где жизни-то? Окей, спасибо. На тебе щит. Вперед. Хорош, как снайпер. Я хоть попадаю вообще, что-то вообще что-то. Ах ты! Чертов Макри! Так. Я никогда не сдам. Сейчас ульта скопится. Покажу вам. Кстати, ульта такая красивая. Макри в деле. Прикольно смотрится. Враги захватывают объект. Укрепим оборону. Есть броня! Айси! Хватит, Вилой! Бегом к объекту! А, это наш. Это сейчас что было? Нифига себе. Ох, это жучара. Все, захватили. И завалили. Ну, бастион, сами знаете. Кто это? Имбовый такой игрок с этим пулеметом. О, скопилась ульта.
всех тут дождаться сейчас. Сейчас зайдут. Вдова на месте. Выкурил. Огонь по готовности. Куда я вообще выстрелил? Такая, короче, ульта. Должна была быть. Ой, ульта! Ничего себе! Ё-моё! Ах ты, снайпер! Снайперок, снайперок! Ну, ульта, короче, сами знаете, она так притягивает к себе, типа черной дыры. Давайте посмотрим следующего. Так, Райнхард я вам показывал, и Турбосвин. Его зовут Турбосвин, но я называю его Хуком. Думаю, в дотку все играли, знают, что он так come on here и все к себе. Друг друга хукнули, он меня первым. Хотя у меня там жизни было мало. Так, и забыл показать, кстати, суперспособность у него. Отбрасывает, ну, наносит урон, там, турбосвин. Чисто там хреначит с пулемета. Цепкий крюк притягивает. Передышка и металломет. А, вот хилка, короче, да, это у нас передышка называется. Так, ну, в следующем раунде покажу вам, в следующей игре даже. Ух ты, нифига себе. Угу, по мне шмалял. И чё тут лучшего-то, блин, вот вообще не понимаю. Бред какой-то. Между тем мы играем за танков. Так, кстати. Сейчас забыл музычку включить. Сейчас встретимся через пару секунд. Ну, короче, продолжим. На фоне музычку поставил, чтобы поинтереснее было, а то забыл. Ладно. Так, продолжаем. Тем не менее, у меня ульта скопилась. Так, и получается фараон летает. Блин, ну чё, завалить не можете, что ли? Этот чёртов. Вот хил. О, нифига. Я аж напугался. Насколько он бьёт? Йо, кто так? Что-то не до конца вылечился. Давай-ка здесь заберем.
стол. Что, попал? Да, я вроде попал. Давай-ка еще подхилимся. Все, никак ульту не могу использовать, потому что... Давай-ка... Вот такая ульта, но она тут бесполезна, потому что Торн Бьерн тоже использовал. А вы сами знаете, он становится... Таким своего рода берсерком. Все. Поражение еще одно. Ну да, вальнули меня. Не по-детски. Он меня и завалил. Не понял. Ну ладно. Одно убийство, две смерти. Сам себя зато лечил себе, смотрите. Личный рекорд по лечению. На турбосвине. Так, за защитников, точнее за танков, там еще один остался. Сейчас вам дальше покажу. Там уже пару героев осталось. Да, Уинстон такой, обезьян. Гений. Ну и такие у него умения. Ярость зверя, сами знаете, что это такое. Типа он там бушует, всех валит. Прыжковый ранец. При приземлении он, короче, противников ближайших уроном наносит. Защитный купол. Ну и пушка Тесла. Пушка Тесла, конечно, прикольная такая. Прям такая. Купол. Вот так вот. И прыжковый ранец сейчас покажу. Вот так вот. Оп, может, короче... Ну, на по крышам тут сильно не полазишь, но тоже удобная вещица. 30 секунд, да. Давай-ка вон туда запрыгнем. Так, и он там тоже такой же этот. У нас есть все для победы. Прыгать может даже... Опа! Оп! Вот так. Он еще он оттуда отлетел. Короче, будем здесь стоять. 5, 4, 3. Все, идут. 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Давайте-ка. Ага. Идут. Купол активирован. Ништяк. Ах ты! Как он... Охренеть. Офигеть. Куда я попал? Чувак, взял, использовал ульту.
Убегаем, убегаем, убегаем. Жизни-то вообще нечего. Успел! 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 Как я упал-то? Все, спасите. Завалили. Короче, вот прикольно. Чуть-чуть не попал в это. В окно. Вот у меня как раз ульта скопилась. Так. Вижу, 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 вижу. Полетели. Вот сюда. Можно. Иди сюда, трейсер. Привет. Солдатик. О, нифига там кто-то. О, ништяк, спасибо, спасибо. Так, я вроде там видел. Маленько не допрыгнул. Выше надо было брать. Сюда иди. Сюда иди. Ах ты. Почти он меня, конечно, вальнул. Блин, солдат. Она меня лечила, бежала, значит. Кстати, объект-то надо было защищать. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Сейчас быстрее доберемся. Кого она там стреляла, интересно? Чей объект захватывает? Офигеть, завалили. Так, 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 так. Чё? Понятно. У него и урон будет больше становится. Ну, короче, вот такой он в зверя превращается. Прикольно, давайте. Следующий. Играем за поддержку. Ангел, да? Красиво такая. Интересно. Так, соответственно, на правую кнопку, покажу. Может воскрешать ульта у нее. На Shift ангел-хранитель. Кадуцей, вот у нее вот эта палка. Может вот так повышать урон и вот так лечить. Куда она идет? А, во. И... Ой, не сюда нажал. Нисхождение ангела, чтобы так хоп, планировать. Прикольная вещь. И, соответственно, бластер есть. Да, с бластера, конечно, стрелять. Ё-моё, а чё ты? Я рядом. Ой-ой-ой. Это-то. Всё, понял, понял. А он сверху был. Ну, они сейчас выиграют. Так даже не интересно. Конечно, победили. Сейчас за поддержку. Дальше продолжим показывать. Там буквально осталось. Буквально пару игроков. Ох, нифига он там дождался. Так, за ангела вообще ничего не сделал. Одна смерть. Ну и все герои получается. Ага. Вот так вот размотали нас, команда вообще сильная попалась. Бастион вообще там размотал всех.
Готовьтесь атаковать. Ну и такой, типа, маленький такой вам бонус будет в конце. Откроем контейнеры, которые у меня накопились. За уровни даются. Вот у меня сейчас 17 уровень. Откроем, покажу, чё кого. Кстати, сегодня открытый бета-тест заканчивается в 20 часов по московскому времени. Это в час ночи, если... У меня просто с Москвой 5 часов разницы. А вот вот так она планирует. Прикольно. Так этот, как его, ангел-хранитель действует он. Ну и перезарядка 2 секунды. Подлетел кому-нибудь. Оп. Урон можно увеличить. А вот и доктор. Или подлечить. Ну, пестик так себе, он, походу, не сильно дамажит. Надо будет проверить. Сейчас через 10 секунд выпустит. Взлетать как фара она, конечно, не может. Было бы, конечно... Прикольно. Что может следовать? Ага. Ох ты, ё-мо. Нифига себе. А как самой восстанавливаться? А, она сама типа лечится. Чёрт! Ох, кого поймал! Ага, хотел меня, я тебе. Давай, 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 лечись. Сколько скоро, кстати, ульта скопится. Ни хрена он поймал меня. Давай, 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 вот так вот. Эх, завалил меня. Турбосвин. Что за мной, если охотился? Хватит мешать мне работать. Так. Так, ничего не понял. Кто-то же здесь стрелял, стоял только что. Мне показалось! Эх, не успел. Вот воскрешение, короче. Эх, снайпер чертов. Мне нужно лечение. Так сейчас подожди, я воскрешусь. Не все ж так просто. Я у объекта. Так, кому там надо было еще подлечиться-то? Где болит? Чувак, стой меня, подожди. Чувак. О. Давай, чувак, погнали. Давай, сменим на этот. На урон. Сейчас я покажу. Ох, успел, 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 успел. Ё-моё! Сбоку просто вынес. Как-то я не услышал. Странно. Так быстрее передвигаться. Объект. Ну, кстати, кто-то только что бежал. Где болит? Ё-мо! Ульту использовал жнец. Умри, умри, умри.
троих вольну. Ой-ой-ой, меня-то чё? О, вы чё, народ? Го, бег захватывать, вы чё? Всё, ништяк, погнали дальше. Долечу, долетел. Нет, нет, нет. Теперь ты готов к бою. От меня никто не скрывает. Исцелите меня. Исцелите меня. Блин. Да. Так, ну давайте следующего. Диньята. Это типа такой робот, летающий на... на своем яйце. Так, и у него суперспособность. Короче, он становится неуязвимым, и ближайшие союзники лечатся. Сфера диссонанса запускается противнику и уничтожит получаемый морда. Что-то исполнил. А, сфера гармонии исцеляет союзников. И сфера разрушения заряжает, чтобы выпустить больше снарядов. Это вот так на правую кнопку. Как раз вот. Кстати, сейчас можно. Так, так, так. Кто там меня? Так, можно шарик, кстати, пустить. Так, есть, завалили это. Так, так, так. О, здорово, здорово, получи, получи. Так. И завалило меня. Так, суперспособность получить. А, она на меня не использовала, смотри-ка. Ага, потом использовал. Исходы помогают нам меняться. Ощути... Так, вот такой вот шарик, и он, кстати, только один. Можно одного его прикреплять. Вот это, кстати, жалко. Наших там все хвалят. Я не думал, что так можно забираться наверх. Прикольно. Так, он там... Не. Так, 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 так. Лайком у тебя. Блин, чертов жнец. Ну тут такие подвижные герои, самые такие нормальные. Я хоть попадаю, что-то думаю, нет, наверное. Так, иди сюда. Ё-ма, так завалить недолго. Так, а себя-то он вообще хилит? Что-то вроде и хилит, а вроде и нет. Ну, подумаю, хилит, что нет. Так, перезарядимся. Давайте-ка обойдем. Какими-то волшебными шарами кидается. Да. Он такого ничего не спасет. Только если б щит был какой-нибудь. Двоих
нас завалил. Суперспособность, кстати. Моя суперспособность. На 84. Где-то там хоббок. Ты свой злейший враг. Вылечился. Ах ты чертов жнец, как ты достала. Блин. Да это бред вообще. На тебе тварь. Отомстил наконец. Суперспособность готова. Ух, так. Все, погнали. Погнали, 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 погнали. Думал, захват будет, ага, не тут-то было. Ну, такая способность, неуязвимый. Даже хук его к себе притянул. Ничего не случилось. Так, ну следующего персонажа покажу, потому что видите, как бы проиграли, как бы. Лучший момент матча. Кого-то забомбило, наверное, по-страшному. Конечно. Так, ну Луцио я вам показывал. Люсио. Еще раз покажу, как он прикольно выглядит. Довольно-таки интересно выглядит. Так, от Зенита я вам показал, ульта какая-то, какая, что он сделал, как прикольно он там, руками машет, как Коська. Так, у Лусио, короче, звуковой барьер, кроссфейт, этот, лечилка ускорения, громкость на полную, звуковая волна, которая персонажа так подтягивается, ну, изда по стенам есть. Да, у него. Ну и осталось 7 метров у нас тоже. Прикольно смотрится. Красивая такая. Так, ульта у него телепорт. Фотонный щит на союзников. Турели ставит. И фотонный излучатель. Он, короче, на правую кнопку. Так, и луч такой. Так, и, соответственно, защита вот так. Хоп. Так. Так. Так, а кто-то где-то... А, еще один он остался. Иди сюда. Сейчас я турелик понаставлю. Кое-где. О, уже там. Мочило его началось. Дружище, ну-ка. Так, ну у них у самих жизни восстанавливается. Это хорошо. Так, перезарядимся. Сюда иди, сюда иди. Сюда, я тебе сказал, иди. И ты тоже. Ага,
ставим турельки. Защитная турель на месте. Вот так вот. И так, мне вроде бы телепорт куда-нибудь поставить. Но явно не здесь. Думаю, наверное, вот тут. Вот так вот, отлично. Включен. Сообщение налажено. Вы у меня в прицеле. Ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Фига себе. Жесть. Так, турельки мои стоят. Телепорт тоже стоит. Вы чё телеп... Где-нибудь сейчас здесь надо срочно поставить, да, турельку. Так, лучше его. Ай-яй-яй. Устанавливаю систему защиты. А кто меня только что валил? А, фара. Не, по площади урон. А, мои турельки завалил. Ууу, спасибо! Нифига себе. Вообще отлично. Так, сюда иди. Так, а телепорт работает? Они хоть им пользуются? Нифига он. Вы у меня. Ё-мо. Так, это у нас, соответственно, Винстон. Так. Хук его просто сотал. Еще турельки. Турельки это хорошо вообще. Ну вот такой, короче, персонаж. Прикольный вообще. Телепорт. Им так, походу, никто и не пользовался. Так, сейчас за этого и всех. Ага. Все, ништяк. И ну-ка. Эх, куда-то улетел мячик. А, тут даже вход есть. Ничего себе. Маленький-маленький такой. Я укрыла тебя. Так, и нужно где-то разместить так турели, чтобы они ништяк дамажили. Не понял, а нафиг он убежал. Так, и... Получи. Спасибо. Интересно, купится, нет? Думаю, нет. О, хука, хука, хука. Получи. Получи, получи, получи пилюлю. Мою турель уничтожили. Ставим-ка мы телепортик. Ну, вот так телепорт вот. Включен. Отлично. Спасибо. Опять ты, турбосвинота. Ё-мо. Так, и все-таки на тут понаставить.
Давай, 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 давай. Так, есть одна. О, нифига там кто-то. Прям, прям. Ага, давай, иди сюда. Это чужис было только что. Так. Давай-ка тут понаставим. Все под контролем, осталось немного. 7-7, да? Тут вообще ни о чем. Герои, восстаньте. Думаю, сейчас кто-то с этой стороны будет уходить. Устанавливаю систему защиты. Так, сюда иди. Ага. Ёма! Улетел, бедолага. Все, выиграли. О, вот такая, короче, симметра. Имбовая тоже. С этими турелями. Он может штук, наверное, 8 или 7 поставить. И разматывать вообще всех. Ну-ка посмотрим. Там двое, да? Нифига, она вальнула. Да, неплохо, неплохо. Соответственно, вся наша команда. Так, ну вот я и показал вам за все 21 персонаж в этой игре. Соответственно, у нас открытый бета-тестирование заканчивается. И игра выходит 24 мая, если, конечно, ничего не перенесут. Так как я покупал, делал предзаказ, мне игра уже будет доступна, скорее всего. Ну, я так думаю. Может, они что-нибудь делают, какую-нибудь, может, сюжетку сделают, ну, хрен знает. Хотя этот командный такой шутер прикольный. Так, ну и давайте, как говорится, я обещал вам контейнер открыть. Я еще сам их не открывал. 17-й левел. И давайте первый контейнер. Так, фиолетовая, ага, эмоция. Ничего такая эмоция. Так, потом значок, граффити и еще одно граффити у роковой вдовы. Ага. Давайте в следующий контейнер. Эпичного ничего не выпало. Она варьируется по цвету, да? Вот видите этот облик такой. Медь. медяшный. Давайте поставим его. Соответственно, граффити на зверя. А это на кого? А, это для всех героев. Вот на носорог. И для Мэй. Открываем следующий контейнер. Тоже ничего эпического. Ну, золотое там, короче, такое будет. Золото. За такой вот цвет золотой. И победная поза для Заря. Это у нас танк был. Давайте тоже его выберем. Реплика для Бастиона. Дальше у нас что? CH-мод. Граффити для Симметры. Ага. Давайте тоже возьмем. Давайте следующий контейнер. Тоже ничего эпического, только облик для Макри. Давайте озеро, голубоватый такой цвет. Реплика тоже ничего такая у Дивы. Ну, граффити для Мэй, плюс 5 кредитов. Давайте возьмем и граффити Торнбьерн. Торнбьерн. Так, давайте следующий. Тоже ничего золотого не выпало. Облик на Торбьерна тоже поставим. Открываем следующий. Две фиолетовых. Ага. Эмоция для вызов для Гензи. Да, ништяк, эмоция. Соответственно, 150 золота. Валюта, кстати, не знаю для чего она. Ну, реплика у меня уже есть.
Так. Цвета, конечно, Skyline. Давайте поставим. Тоже ничего такой цвет. Так, следующая у нас. Угу, для облика у нас для Ханза. Азука. Азуки. Азуки возьмем. Реплика. Для ангела. Еще у нас 50 золота. И для... Пиу-пиу-пиу. Для трейсера граффити. Ага. Открываем следующий контейнер. Тоже ничего эпического. Облик ночь. Но у меня облик поприкольнее от роковой вдовы, потому что я по предзаказу там кинули мне. Так что я его оставлю пока что. Так, турбосфин. Нет, не буду. Так, можете не кричать, а? Так. Следующий контейнер. О, облик на этого красавчика. Ржавчина. Давайте возьмем. Дальше у нас граффити для Зари. Ну, для Ханза. Граффити. Угу, угу. Бастион такой. Пушка чисто вот. Офигенная. Так, почему-то ничего эпического вообще не попадается. Этот облик у меня уже был. Дубликат, видите, написано. Это тоже дубликат. И это... Не я начал эту войну, но я, черт побери, ее закончу. Ага, реплика для солдат 7-6. Так, давайте следующий контейнер. Осталось 5 контейнеров. Так, чё? И опять ничего золотого. Поза победная. Ничего такое, давайте его выберем. Реплика для ангела. Ну, ничего дальше интересного нету. Открываем следующий. И что-то у нас золото. Еще 150 валюты. Облик для бастиона восход. Давайте его возьмем. Граффити для жнеца. В принципе, с косой же должен ходить жнец. Давайте следующее. Ага. Еще валюта. Граффити для Гензи. Я так не считаю. Граффити для... реплика для Симметры. Значок для Мэй. И тем временем осталось два контейнера. И золотого у нас ничего нету. Это победная по... Давайте поставим ее. Эмоция для трейсера. Угу, прикольно. И... патина какая-то. Давайте, может, с ним походим. Граффити для красавчика. И остался бы один контейнер. Посмотрим, повезет или нет. Думаю, навряд ли, наверное. Конечно, нет ничего золотого. Зато облик на жнеца. Мох. Прикольно, да? Ага. Ладно. Возьмем. Реплика не очень. Фара, да? Значок. И... граффити для... Отлично, отлично. Так, ну и получается, открыли все 15 контейнеров. Вот, можете посмотреть. Для дива. Обликов нету. Одна реплика для ангела. Обликов тоже нету. Для бастиона, вот, восход. Облик. Для жнеца один. Зеленый такой. Прикольный. И для роковой вдовы у меня темная вдова, вот желтый
за предзаказ Overwatch был. Это патина. Попытка. И ночь. А стандартный такой он один. Ну, темную 2 по прикольнее смотрится. Но. С небека тоже побегаю. Эмоции. Поцелуй давай. Угу, прикольный. И граффити есть такое. А это что это? Ага, ага. Покупать можно эмблем граффити. Прикольно. А я не знал. Тут есть такое. Ладно. Победный этот матч. Ага. Ух ты. Ну как она же, как это, как он. Как роковая. Ну как вдовая, ну как паук, короче, спускается. Прикольно. Ладно. Будем потом раскачиваться. Вот, короче, так заснял вам все 21 персонаж. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. С вами был Витя. Всем спасибо, пока!